Там и больница, там и школы, там и магазины, садики, все там, садики. Вот здесь у нас ничего нет практически. У нас здесь даже киоска нет, чтобы хлеба купить вечером. Процедуру оформления в собственность мы начали год назад. И после вынесения решения суда этот мост будет принят в имущество округа, и после этого мы сможем что-то с ним делать.